весь город, сожрали ребята, мы съели город и всех людей, которые в нем находились, вместе с маяком. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игру Tasty Blue. Так, ну что ж, в прошлом уровне, в прошлой части мы с вами уже дошли, посмотрите, куда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 уровней мы с вами прошли, и сегодня будем проходить 11-й. Давайте вот так вот по 10 уровней и потихонечку вот так вот с вами пройдем эту замечательную игру. Так, ну что ж, 11-й уровень, ребятки. Поехали. Так. Что у нас тут дальше? Так, 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 так. Тихо, тихо. Что это? Сундук с сокровищем. Ребята, водолаз. Ну, водолаза мы пока... О, мы можем кушать селедочку. Ням-ням-ням. Так, мы кушаем селедочку и плывем, плывем, плывем. Я думаю, что мы... О, ребята, подводная лодка. Вы видели? Она нас может, наверное, засосать и убить. Или я не знаю, что она может с нами сделать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно очень. Так. Сокровища я пока не могу трогать. Я могу только... Ой-ой-ой, кушать рыбку. Давайте пока селедочку попитаемся. О, ребята, вы видели? Вот, посмотрите. Подводные лодки плавают. Дайте мне селедочку поесть. Мне же надо расти. Пожалуйста, еще хочу селедки. Где еще есть селедка? Вот она. Она тут... О, все, ребята, я могу теперь хавать сокровища. Селедочка, иди сюда. Ням-ням-ням-ням-ням. Водолазов еще я не могу пока кушать. Но... Ого. Но подводные лодки... Все, ребята, посмотрите, я могу теперь хавать водолазов. Иди сюда, родной. Ха-ха-ха, иди съем тебя. Все, отлично, отлично. О, ребята, мы стали еще больше. Теперь мы, наверное, сможем схавать лодку. Нет, еще пока не можем. Идите сюда, я вас съем. И вырасту большой-большой рыбиной, рыбешкой. О, ребята, посмотрите. О, мы съели еще один сундук сокровища. Вот это мы рыба-убийца, ребята, посмотрите. Любая рыба нам может позавидовать, потому что... Можем много-много-много съесть. Водолазов, посмотрите, сколько мы схавали водолазов, ребята. Вот это прикол. Посмотрите, мы становимся все больше и больше. Вы такое видели? О, ребята! Мы уже можем плавать. А что это за машины? Ребята, какие-то подводные машины плавают. Все, теперь мы можем хавать, короче, даже подводные лодки. Но машины пока не можем есть. Так, я и не знал, что машины могут плавать под водой. Вот это какие-то, наверное, специальные автомобили, которые здесь сюда плавают и ездят. Что они здесь делают, я не знаю. А я съем всех. Ха-ха-ха-ха. Идите сюда, мои родные. Так, здесь машины. Ездить сюда мне пока не надо. Мне надо... Для того, чтобы съесть автомобиль, мне нужно еще просто немножко подрасти. Для этого нужно хавать пока подводные лодки. Вот это мне. О, все, ребята. Я хаваю машины, посмотрите. Я тупо хаваю все подряд. Круто. Круто, ха-ха-ха-ха. Иди сюда, дорогой. Всех съем. Всех съем на своем море. И океане. Вот это мы опять. Смотрите, какие огромные стали. Даже машины. Круто. Классно, классно.
Вау, 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 вот это да. Ребята, отлично! Мы прошли этот уровень. Так, продвигаемся дальше. Погнали. Ох, мы опять, ребята, маленькие. Ба-бау! Ребёшка хочет кушать. Дайте рыбке покушать. Ням-ням! Отлично! Забираем. О, ребята, там человек стоит. Посмотрите, он меня... Он меня, наверное, может задавить. Я не знаю, но человек смотрит в море. Я золотая рыбка, не трогайте меня, я маленькая, я никого не трону. О, ребята, посмотрите, я могу уже селедочку маленькую кушать. Ням-ням. Ням-ням. Так, а чаек? О, уже чаек мы можем хавать, ребятки. Вау. Вау, так, 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 отлично. Ням-ням. Ням-ням. Так, 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 так. Давайте селедочку, иди сюда, селедочка дорогая. Когда я уже смогу рыбу есть побольше? Я хочу уже побольше рыбку. Чай нужно ловить. Так, ребятки, дайте мне уже какую-то рыбёху, чтобы я уже подрос немножко. О, все, я плаваю и всю рыбу подрос. Круто. О, иди сюда, всех съем. Ребята, я хочу вырасти, и мне, наверное, надо съесть того чувака, который стоит, да? Мы пока его не можем съесть. Или мы его и не должны съесть, я даже не знаю. Сейчас посмотрим. Насколько мы сможем вырастись среди обитателей этого подводного мира. Что-то уток не видно в последнее время. Где-то утки запропастились, а, ребятки? Вы не видели уток? Где наши утки? Ого, ребятки, посмотрите, какая мы уже огромная рыба. Были такая маленькая-маленькая рыбешка, а теперь уже такая огромная-огромная рыба, которая теперь захочет всех-всех-всех-всех съесть. Ням-ням-ням-ням-ням. Плывем. О, ребят, водоросли. Вау, хаваем, все подряд хаваем. И, наверное, схаваем вот этого человечка. О, да, ребята, мы съели его, ура, отлично. Все, мы прошли этот уровень. Так, ну что ж, давайте дальше. Так, продвигаемся потихонечку дальше. Так, ух, ребята, какие-то жабы. Вот это прикольно. Вот это уже я понимаю разнообразие. Так, ну что ж. Вау. А кого мне кушать? Воу, надо на дно, на дно, на дно. И здесь кушать каких-то маленьких-маленьких жабок. Да, ребята, вот таких. Мнями-мнями. Дайте мне маленьких жабок. Я буду потихонечку ними питаться для того, чтобы расти, потому что маленьким рыбкам надо расти. Тем не менее, мне нужна еда, и я буду ее добывать для того, чтобы быть огромной рыбешкой. Так, так, так. Один есть. Иди сюда, я тебя все равно съем. Ха-ха-ха. А на дне нету банок никаких, видно, это океан, и здесь не бросают такое. Так, 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 так. Ну что же, отлично, это просто все круто, все просто супер. Разве это не замечательно, ребят? Скажите мне, пожалуйста. Так, все, мы начинаем потихонечку уже расти, и мы, наверное, сможем хавать уже жаб, которые побольше, наверное. И жаба-мутант. Или нет? Да, мы можем хавать побольше. И рыба, от рыбы надо нам прятаться, потому что она нас тоже будет съесть. Идите сюда, дорогие жабки, прямо мне в ротик. Идите сюда, прямо мне в зуб, и я вас буду кушать. Так, 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 так. Буль-буль-буль-буль, вау.
Ауч, меня кусает селедка. Ну, селедка, подожди, сейчас я вырасту и покажу тебе, на что я способен. Сейчас я, дай только немножко подпитаюсь еще, я сразу же приступлю, начну тебя есть с хвоста или с головы, как тебе удобнее, как ты видишь лучше. И мы посмотрим, кто победит, а кто проиграет. Так. Потихонечку. Буль-буль-буль-буль-буль. О, все, ха-ха, вот такая вот селедочка. А ты думала меня съесть, а тут я вырос и начал есть даже селедку. Иди сюда, дорогая. Иди сюда. Во-хоу. Вот это рыбку выпустили на воду из аквариума, да, ребятки? То есть не выпустили, а мы убежали. И теперь покоряем этот водный мир. И смотрим на его обитателей. И плаваем их. О, ребята, водоросли. Все, надо не всего понемножку. Так, отличненько. Это мы прошли с вами от обычной речки, от обычного моря, наверное, к океану подальше. Тут дельфины вот показывают, скоро будут. Так, ну что? Ух, ребята, что-то гудит. Что это? Это вертолет. Это вертолет летает. Это летает вертолет. Ну, ребятки, посмотрите, я могу плавать маленькие кораблики, но большие, вон водные подушки, пока еще не могу. Ух, ребята, посмотрите, я плаваю китов. Я плаваю косаток, ребята. Вот это мы настолько уже большие, что едим китов. Вы представляете? А внизу плавают либо дельфины, либо киты. Ой, там большой... Ой, там большой какой-то кит плыл, и он меня просто уничтожит, если я на него попаду. Ох, ребята, мы съели вертолет. Посмотрите. Что мы можем? Вертолет! Мы проглотили вертолет! Вау! И подушки вертолета. Давай, иди сюда. И самолет там, ребят, летает самолет, которого тоже можно... Ребята, в меня уже стреляют с военного вертолета. Хотят меня выловить. На меня охоту уже открыли. И меня просто хотят выловить ракетами. Военные вертолеты ведут на меня охоту. Все, мы уже настолько выросли, что можем хавать всех китов. Ого, ребята, съели катер. Круто. Подождите, я выпрыгну. Выпрыгну на маяк и съем все, что на реке находится вместе с маяком. Ребятки, посмотрите, мы тупо всю армию съедаем. Вот это да, все, прошли. Круто, 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 круто. Вот это в действительности одна из первых игр, которые меня довольно сильно заинтересовали, потому что они очень интересные. И эта игра мне... Я еще играл в акулы. Есть такие игра про акул, я не помню, как она называется. Но мне про акулы не очень игра понравилась. А вот эта вот игра, вот то, что надо. Это именно вот то, что нужно. Так, я пока не могу есть вертолетов, потому что мне надо подпитаться немножко касатками для того, чтобы мое пузико выросло. И мы смогли схавать... О, уже можем наверное вертолет хавать. Вау, 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 вау. Дайте меня ведут охоту. На меня ведут военные охоту. А мы против военных открыли новую войну. И, естественно, их уничтожаем. Сюда, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребятки, за что же? О, папа, уже прошли этот залив. Так, ну что ж, ребята, мы уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мы уже на 16 уровне с вами сейчас будем играть. Круто, не правда ли? Ой-ой-ой, какая-то рыба-пила за мной гонится. Мне, наверное, надо убегать. Да, ребятки, мне надо, я не знаю, что делать, но они меня просто съедят. О, маленьких мы можем кушать. Ау, не щипайся. Все, мы уже можем этих кушать. Мы маленьких рыбок
какие-то, это пираньи или красные какие-то рыбы непонятные, которые прокалывают меня и хотят меня в действительности схавать. О, мы пока начнем с маленьких, потому что большие нас хотят съесть. Так что давайте здесь побудем и попытаемся пока такими, чтобы потом нас уже никто не смог обидеть, и мы дали всем сдачи. Так. Ну, я считаю, тут пока-то нечего делать, надо прыгать сюда. Иди сюда. Опа, иди сюда. Ой-ой-ой-ой. Опа, малыши, малыши, ой-ой-ой. Ну что ж, потихонечку питаемся мы этими рыбками. А, малыш поплыл, я его не увидел. Все, теперь мы можем... А, нет, да, ребята, теперь мы можем есть рыбок и побольше. Посмотрите, круто. Все, теперь нас никто не должен трогать. Мы всех будем хавать. Иди сюда, иди сюда, ха-ха-ха. Идите сюда, да, мои дорогие. А, нет, самая большая рыба меня еще до сих пор могла укусить. Ну все, теперь мы всех рыбок покажем, как положено. Чтобы не было потом проблем. Все, самую большую съели, ребят. Самую большую съели салмон. Так. Это красная селедка. Это какая-то килька в томатном соусе плавает. Так, иди сюда, поджаренная килька, я тебя съем. Мняма-мняма-мняма-мняма. Так, отличненько, ребята, и 16 уровень мы с вами прошли также с легкостью и переходим на 17. Что у нас на 17 уровне? Так, хаваем селедочку. Чайки пока еще нам недоступны, потому что мы сильно маленькие, а за нами морской котик хочет нас съесть, за попу кусает. А где селедочка маленькая? Ребятки, дайте мне маленькую селедочку. Мне же надо расти. А, вот она. Мням-мням-мням-мням-мням. Как вкусно. Мням-мням. Так. Собираем маленькую селедочку. И я уверен, что мы будем сейчас кушать всех больших. Ну, уже побольше рыбки пошли. Мы должны с вами... Так, дно тут сильно глубоко. Дно тут не показывает. Так, чайки мы еще кушать не можем. Ой-ой-ой, убегаем, убегаем. От этого тюленя, который хочет нас съесть. Так. Ай-яй-яй, куда ты кусаешься, а? Ах ты такой негодяй, кусачка такая, а? Так, подождите. Опа, селедочка, селедочка, селедочка пошла. Вкусная как? Ой, как вкусно. Ами-ами, так. На меня охоту. Тюлени открыли на меня охоту, ребятки. Как с ними бороться? Как мне побыстрее вырасти и съесть их? О, все, ребятки, чайки. Ну и чайки будем хавать. Они самые большие, самые упитанные. Мы вместе с перьями их хаваем. А вон рыбак, ребята. Нужно у него ведро съесть с рыбой. Смотрите. А, ха-ха-ха. Все, теперь у него нет ведра. А ведро зато есть у нас. Да, теперь мы плывем, 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 плывем. Ой-ой-ой-ой. Дайте мне чайку. Отлично. Ой, ой, как хорошо, как вкусно. Ням-ням-ням. Чайка с перьем идет за милую душу. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так. Дайте мне селедочки. И я покушаю вкусненько. И вырасту большой-большой рыбёхой. Придется довольствоваться пока чайками. Для того, чтобы вырасти. И мы смогли напасть на вот этого рыбака. Нам нужно съесть рыбака обязательно. Отправить. Иначе мы не пройдем этот уровень. Ха-ха, мы ловим. Мы забираем у тюленей всю их еду. А тюлени до сих пор кусаются. Ауч. Уху, так.
Вау! Вот как нам надо съесть чаек. А, нам сначала потом надо съесть морского котика, вот этого тюленя. А потом уже только, наверное, приступать к рыбаку сладенькому. С удочкой вместе его съедим. Сейчас мы подрастем и обязательно это сделаем. Так, ребятушки, подождите. Ну что, тюлень, идите сюда, ха-ха, попались, идите сюда, всех съем, кто меня обижал, я же говорил, что я буду мстить вам. Иди сюда, какой вкуснейший, какой ты вкусный. Ребята, акула! Ай-яй-яй-яй-яй! А как ее убить, ребята? Фух, еле мы убежали от акулы. Появилась акула, ребятки. Уже появились акулы, которые меня хотят съесть. Мне надо хавать тюленей по берегу и убегать от акулы, потому что акула меня... Ай-яй-яй! Акула меня кусает за попу, дайте быстро убежать. Вот она опять, эта акула. Ребята. А что нам делать? Нам надо съесть, нам надо питаться и побыстрее убегать от этой нехорошей злой акулы. Когда мы уже вырастем, мы сможем кушать ее. Ребятки, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, за попу кусает акула, вау. Ой-ой-ой, вот она, ребятки, мы ее... Она, наверное, на нас рассердилась, потому что мы съедаем ее еду, тюленей, и не даем ей питаться. И из-за этого, наверное, она на нас сильно-сильно злится. И хочет, естественно, нас тоже съесть. Но я так думаю, что в этой миссии сделано все так, чтобы мы съели эту акулу нехорошую, наелись сейчас тюленей, и обязательно эту акулу нехорошую победили с вами. Еще немножко, ребятки, и мы вырастем и сможем эту акулу одолеть с легкостью. Мы с легкостью ее сможем скушать. Самое главное, еще нам парочку тюленей. А, за мной гонится акула, спасите меня. Ай, она за мной гонится. Хочет уйди сюда. Все, ха-ха-ха-ха. Не ожидала. Теперь мы тебя схаваем вместе со всеми. Иди сюда и выйди. Кто там ко мне приставал? А ну иди сюда, на чай, съем всех. Тебя съем, ха-ха-ха-ха. Акула. Съели мы все акулу, ребятки, с вами. Так, а это что? Ребятки, появились опять самолеты. Так, мы акул-то едим, а за нами киты большие. Ребят, они тоже кушают акул. Кушают акул эти киты. Но и нас, наверное... Нет, нас они не трогают, они только трогают акул. Все, а там самолет, наверное, журналисты ведут съемку. Хотят посмотреть, кто это там. Ой, самолет меня кусает. Бьет пропеллером, и жизни у меня теряются. Все, ха-ха-ха, идите сюда, я подрос, и теперь я хаваю все, всех самолетов съем. Ребята, мы съели маяк. Вы видели? Мы съели маяк. Мы уже стали настолько крупными. Ребята, мы уже китов всех хаваем. Вот это да. Вот это мы настолько уже большие. Вы представляете себе? Вот это рыбёха. Вот это мы откормили свою задницу. Так, ну что ж. Теперь остается только искать приключения на нее. О, ребята, мы продвинулись еще дальше. И здесь у нас еще больше синий кит. Ой-ой-ой, здесь осьминог, ребята, есть осьминог. Он хочет меня съесть, тихо, засосать хочет свои щупальца. И просто сожрать. Так что давайте будем хавать, наверное, китов для того, чтобы... Сам корабль мы еще не можем перевернуть. Давайте будем хавать китов для того, чтобы нам открылся доступ... к осьминогу, чтобы мы его сожрали. Нам надо много съесть, чтобы его... Нам надо много съесть, чтобы вырасти и его съесть потом.
Надо много съесть вот этих вот разных рыбок, которые здесь плавают. Буль-буль-буль-буль. Отлично. Огонь-огонь. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихонечко. Плывем-плывем. От этого осьминога, который хочет нас есть. Да, мы уже вырастим. Я хочу заглотить осьминога. Самолетики, самолетики. Я тоже люблю. Они очень вкусные. И хрустят, как сухарики. Только так. Хрум-хрум-хрум. Как же мне вкусно. Есть самолеты. Хотят засосать осьминоги, ребятки. Осьминог съел корабль, ребята. Вы это видели? Вы только посмотрите на это. Осьминог съел корабль. Да, 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 мы съели осьминог. Да, мы съели осьминога. Вот это у нас рот. Вот это мы... Все, посмотрите, теперь огромный, мы, наверное, сможем и корабль сейчас съесть. Мы просто гигантская рыбёха, которая пощады не дает никому и съедает все на своем пути. Ого, да, два корабля мы съели и прошли этот уровень, классно. Фух, ребятки, вот это был уровень такой довольно сложноватый. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 уровень сейчас, ребятки, у нас будет уже. И давайте сыграем в него. Поехали. Ой-ой-ой-ой, а что это? О, мы такие... Ого, вы видели? Вы видели, какой огромный он был? Он просто нас мог расплюснуть. Ребята, вы видели, какой большой был кит? Это вам не шутки шутить. Посмотрите, он просто огромный. Ого, здесь разные обитатели, разные осьминоги. Что это плывет? Посмотрите. Вот это да, вот тут уже круто. Так, дайте мне подживиться немножечко. Дайте, мне же надо расти. А для того, чтобы мне расти, мне нужно... Так... Я уже попал, наверное, в океан. Я был в обычных речках. А теперь я уже на таких глубинах плаваю, ребята. То здесь очень опасно. И если вы малыш как-нибудь, то вам лучше не смотреть. Потому что вам будет страшно. Так. А мы... Ой-ой-ой-ой, нас чуть не съел большой кит. Мы пока довольствуемся селёдочкой. Я думаю, что скоро мы осьминога будем кушать только так. За обе щеки будем уминать его. Так. Ребята, я только что видел, как осьминога съел огромный кит, который плывет сверху вниз. Все, ха-ха, мы теперь хаваем вот этих моллюсков больших осьминогов. Сюда. Они похожи на ракеты. Они похожи на ракеты. Хам-хам-хам-хам-хам-хам-хам. Все, вот это мы подросли. О, на нас охота открылась. На нас открылась охота. Теперь кит хочет только нас. Осьминогов уже передумал, что ли? Да, все, мы поскали немного, и тут у нас плавают касатки. Касатки, это дело хорошее. Корабль большой, чуть не забрал меня на тот берег. Забрали бы меня и обратно бы бросили в какую-то клетку, с которой я бы, наверное, не смог бы никогда убежать, никогда. И на всю жизнь остался бы я в большом, огромном аквариуме. Так. Ой-ой-ой-ой, дайте мне вот этих моллюсков. Их здесь просто больше всех. И таким образом я быстрее вырос. Но здесь и опаснее. Здесь на глубине всё, ребята, опасности нет, потому что мы съели кита. Мы съели кита, ребята. Круто, круто, круто. Мы съели кита. И сейчас, наверное, кто-то новый придет на смену этому киту огромному. Да, ребята, еще кит побольше. Есть и такое дело. Как такое может быть, я не знаю. Потому что они все по возрастной категории идут.
от маленького к большому. И на меня опять ведется охота. Вот этот большой хоть и хочет меня съесть. Ух, мы на кораблике хаваем, ребята. Теперь мы хаваем корабли, но не все. Вау. Некоторые корабли, которые поменьше, мы сюда. О, уже все хаваем. Всего, ребятки, мы прошли с вами 18 уровень и приступаем к 19. Так, мы рядом где-то сейчас уже находимся с какими-то островами. Так что давайте посмотрим, что у нас здесь. Да, мы рядом с островом. А что это, ребят? Это опять что-то такое. Я опять в аквариуме? Я не понял. А почему я в аквариуме? Это такая миссия, что ли? Странно. Мы опять с вами в аквариуме, ребятки. И нас опять кормит человек. Нас опять что ли поймали? Да вроде же нет. Странно. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бульк. Так, ребята, как-то это странно. Как-то это странно. Подождите. Как я могу быть опять в аквариуме? Я же в аквариуме уже был. И теперь опять в аквариуме я. Да, ребятки. Уже опять в аквариуме. Ну ничего. Это какой-то, я не знаю, новый вид, что ли? Или, ну, как-то непонятно. Ну, давайте посмотрим, а там дальше поймем. Там дальше поймем, как нам играть и как мы попали опять в этот аквариум. Так, ну что ж, давайте будем хавать рыбешек. Ребята, опять маленькая рыбка. Я не знаю, как так получилось, но так получилось, что мы довольно-таки опять малюсенькая рыбка. Так, крышечки давайте пособираем. И можно уже кушать моллюсков. Ням-ням-ням-ням-ням. Или это какой-то бонусный уровень? Я даже и не знаю. Так, давайте, короче, будем выполнять задание, а там пока миссии будем уже смотреть. Давайте делать то, что нам нужно. Нам нужно побольше питаться. В общем. Опа, мы можем съесть ракушку. Отлично. Бутылка. Нет, бутылку мы еще пока не можем съесть. О, селедочка. Селедочка, дорогая, иди сюда. Я тебя так люблю кушать. Ты такая вкусная. Ням-ням. Так, 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 так. Ого, какие чайки, ребятки, большие. Вы видели? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Идите сюда. Ням-ням. Все, чайки огромные мы тоже съедаем. Подождите, подождите, подождите меня, подождите меня. Вы забыли меня, дайте мне, пожалуйста, дайте мне чаечку. Все. Ох, ребята, вот это круто. Какое-то приключение новой рыбки, что ли. Давай. Вау. Еще не можем кушать. Зато селедочка идет за милую душу. Отличненько. Ауч. Больно. Меня хотят съесть. Пошли тюлени. О, ха-ха-ха-ха-ха. Теперь тюлени меня не съедают. Теперь только я не съедаю. Все, теперь и людей мы можем хавать. Ого, вы видели, как круто? О, ребята, касатка огромная, касатка, рыба-меч и касатка. Я рыбу-меч. Рыбу-меч я съем, она мне очень по вкусу, кстати. А вот от касатки надо прятаться от большой, потому что она просто меня съест. Да, и такое может быть.
Иди сюда, все продала за всем. О, у нас тут на берегу сколько вкуснюатин. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, подождите. Людей на лодочке хавать все. Фух, ребят, я уже так устал плавать, я уже хочу отдохнуть. Дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь коктейль. Дайте мне, пожалуйста, одеяльце с подушечкой, и я уже буду спать. Что это? Что это? Вертолеты, ребята. Все, ребята, вертолет летает, снимает меня на видео. Все, идите сюда. Теперь мы ставим посадок. Посмотрите, сколько здесь, ребята. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Посмотрите, сколько их здесь. Их очень много здесь. Их очень много. Круто, круто. Вертолет съели. Ого, самолет пока еще нет. Ой-ой-ой, вот это да. Вот это круто. Вот это вот такая большая рыба, ребята. Давайте военные вертолеты и дома. Ями. О, весь город сожрали, ребята. Мы съели город и всех людей, которые в нем находились. Вместе с маяком. Военные вертолеты. Бомби. Давай. Быстрее в воду, ракеты за мной, ракеты и торпеды хотят меня уничтожить. Ребята, посмотрите, самолеты появились и военные корабли, которые запускают торпеды. Военные, ребята, подводные лодки, посмотрите, какие. Вот это пошла война, ребята, вот это да. Так, подождите. Все, теперь мы можем посадить эти самолеты, кушать и... Да там и настолько большие, ребята, представляете? Но подводные лодки пока еще не едятся, но ракеты... У меня ракеты, торпеды уже вовсю летают, они запускают, но я пока их еще плавать не могу. Ракета попала! Сама подводную лодку. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел, ребята. Ням-ням-ням-ням. Ребята, меня же просто в подводные лодки сейчас... Все, мы будем плавать подводные лодки. Все, осталось нам танкеры научиться кушать, что находится. Выпускаем. А так мы все кушать съедим. Ребята, торпеды. Все. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, ребята, мы всю технику съели. Практически вся техника у нас во рту. Жалкие людишки, запомните нас, запомните меня, огромную рыбку, и таким образом помните меня вечно, век не забудете, потому что будете помнить, насколько велики разрушения. Это все, конечно, хорошо, но я до сих пор страдаю от ударов. Все, ребятки, мы прошли этот уровень. Так, ну что ж тут у нас? Рыбка выпрыгнула, ее убежала девочка, которая ее купила, и она взяла, пошла продавца, у которого она покупала вот эту рыбку, повела на океан и сказала: «Посмотрите, какую я рыбу у вас купила и что с ней произошло, она просто съедает корабль». Он говорит: «Что с ней? Как она могла вырасти до таких размеров?» О-о,
Ребята, и рыба их проглотила, и они находятся у меня во рту. Так, ну что ж, ребятки, мы прошли с вами этот уровень. Это у нас уже было так. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ребятки, ну что ж, будем продолжать нашу игру в следующем эпизоде. Этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте комментарий. Буду очень рад вам, дорогие друзья. Подписываемся и вперед. Пока-пока.